Так, я вышел от мостика ровно в 11:00. Вот давайте засекать, за сколько я доберусь до вершины Ивангоры. Конечно, я буду идти не спеша, не как обычно за полтора часа, потому что буду останавливаться для передыха, для съемки и прочее, прочее. Ну, я так думаю, что к часу я туда уже доберусь. Тропа здесь, конечно, такая, не тротуар, но направление четко прослеживается. Можно даже по сторонам не смотреть, куда идти. Вот идешь по ней, идешь. Сейчас вот она тропа, потом она выйдет на бывшую тракторную дорогу, по которой, кстати, еще и ручеек стекает. А потом снова с нее сойдет и пойдет в гору. Вот там уже будет тяжеловато. Много то отходит от озера Пикан или Пикан, то снова к нему возвращается, вернее, тропа. Ну, в конце концов, она скоро уже должна совсем отойти от озера и пойти в гору по тракторной дороге. Слышите, журчит? Вот, это тот самый ручеек на той самой бывшей тракторной дороге. Вот здесь когда-то дорога была. Ну, вся заросла. Следов почти не осталось. Фух, ну, комары зажрали. Надо обновить действие средства от комаров. А то ведь ж едят. Без такой штуки в лес ходить не стоит. Кровавые потеки. Так, еще сзади. И здесь. Так, еще на какое-то время можно будет дышать более-менее свободно. Вот осталось от дороги только просека. А может, это была когда-то просека? Вот здесь тропа хорошая. Твердая такая, хорошо видимая. Обычно, когда я ходил по этой тропе, тут по краям, ну там, где болотце, там уже желтела морошка. А сейчас вот ничего не видать. Ну, раньше-то я ходил обычно числа 1 августа, а сейчас только 25. Ну, не думаю, что неделя так сильно может повлиять на созреваемость. Наверное, просто весна поздняя, холодная. Ладно, может, там наверху что созрело уже. Там все-таки выше солнца больше. Вот начинается самый тяжелый участок. Это скалы. Вон туда нужно будет забираться на верхушку. Ох, это не всегда удобно. Так, где хоть? А вот она. Так, по моим часам прошло 33 минуты. Хотя вроде иду не спеша. Так. Есть вариант напрямик лезть. Есть вариант где-то походить по окрестностям.
Не, по-моему, других вариантов-то нету. Просто, видать, люди здесь давно не ходили, поэтому такой явной тропы уже не очень заметно. В прошлый раз я шел, тут вообще как будто рота прошла. Вон туда вон надо. Так, ну сейчас я камеру выключаю, потому что не до этого будет. А там залезу, там уже покажу дальше. А вот эта самая скала. Руки дрожат от усталости. Вот, ладно. И вот тут нужно на нее где-то забираться. Возможно, есть и другие тропы. Я по ним ни разу не ходил. Вот. Надо будет залезть сюда. А там дальше. Там дальше вон туда залезть. Есть какой-то вариант. Вот тут вот. Ну-ка посмотрим. Вот. Туда не надо. Туда можно загреметь. Долго-долго греметь. Вот сюда вот. За дерево и туда. Сейчас попробуем. Да, вот тут место не очень. Самое такое неудобное. Так, здесь попроще. Опа. Опа. Вот. Это, можно сказать, отдыхательно-смотровая площадка. На такие подъемы обязательно нужно воду брать, даже если и не жарко. Ну и от комарья себе обрабатывать. Так, это я уже сделал. Ну что же, можно идти дальше. Насколько я помню, больше таких крутых и опасных подъемов нет. Дальше тропа просто идет вверх и вверх. И выходит почти что к вершине, к триангуляционному знаку. Тут дальше идет такой ельник, замшелый такой. Вначале там все березнячок, мелочь такая. Вот, наверное, где вырубки раньше были. А потом, так, по-моему, самое сложное впереди. Да, вон там, кажется, подъем. Сейчас посмотрю. Обычно я шел здесь, но вроде как должна быть еще одна тропа. Она где-то сбоку. Вот это вот основная тропа. Судя по тому, как она набита. Опа! А тут где-то должен быть крутой подъем. Сыроежки. Так, где же это было? Или не здесь? О, да нет, здесь просто. Опа.
Тут можно залезть. Даже с одной рукой. Вот дальше. Тут тоже можешь залезть, только осторожнее. А вот типа такой видовой площадки. Здесь можно постоять, полюбоваться. Вот внизу озеро Пудос. Так, там даже кусочек острова устья Пудоса видать. Ну вообще-то видать далеко. Ёлкины тундры видно, которые у Кандалакши. Вон они. Так, сейчас надо камеру поставить. Вот это Книжегубская со смотровой площадки. Ну, здесь мало что помещается в кадр. Вон мыс зимний, губа зимняя, где я вчера от ветра прятался. И там вплоть до протоки Тюлли. А дальше уже не видать. Ёлкины тундры, тут как раз вот эта сосна загораживает. Ну ладно, это я залезу наверх. Если погода сильно не испортится, там покажу. А вот здесь вот есть, их много таких, болотца с морожкой. И морожка кое-где бывает спелая. Вот это вот уже съедобная, мягкая. Но отрывается еще плохо. Обычно я поднимаюсь 1 августа, где-то в этом районе. К тому времени вот тут вот на таких болотцах кругом много этой ярко-желтой спелой морожки. Но сейчас что-то нету. Вот она есть, она еще жесткая, несъедобная. А? Еще, кажется, одну нашел. Вот какая должна быть морожка. Вот такая вот. Это потому, что это северная сторона. Здесь солнца мало бывает, потому что с утра загораживает его сама гора. Может, с той стороны, на южной, там будет побольше. Вот в таких местах можно делать остановки. Ну, в смысле, такой базовый лагерь, что ли, делать. Потому что здесь в таких болотцах вода скапливается. Но там выше еще бывает, вон там вода есть под камнем, бывают более крупные такие, там вообще по полметра глубиной пресной воды. Вот там можно остановиться. Так, о чем я остановился? Тут просто аккумулятор сел, пришлось менять. А, вот. Поставить такой лагерь базовый и ходить по окрестностям где-то с недельку. Здесь столько всяких местечек интересных, красивых, живописных, с грибами. Вот, правда, сейчас грибов что-то нету, одни сыроежки. Так, очередное болото. Ой. Уже скоро должна быть вершина, а морожки нет. Ну, вот очередная смотровая площадка. Правда, деревья все равно загораживают. Но кое-что сквозь них рассмотреть можно. Так, вон туда можно посмотреть. И там очередное озеро Пажма. Это на Нови реку выход. А что еще видно? Там видно нот озера, Листяные острова. Нет, здесь как-то не очень. Мешаются эти всякие деревья. Пойду выше. Там есть классная смотровая площадка
с нее и покажу. И там, когда на вторую вершину пойду, оттуда тоже отлично все видно. Вот видно озеро Пудас, его западная часть с этим большим островом. За ним видны острова Частые. Ну, а там уже... Что там еще видно? Протоки эти самые, наверное, видны. Лобская и Тюлли. И на горизонте эти горы. Вон оттуда горы тоже видны. А это тот самый геральдический камень. Принято его фотографировать, а потом в фотошопе какие-нибудь надписи сюда на него наносить. Не, конечно, такие идиотские, типа «здесь был я». Какой-нибудь герб родного города. Ну, это такая тоже небольшая смотровая площадочка. Вот она тут вся вытоптанная. То, что поднимается здесь, сюда многие, хотя видно не очень. Вот. За деревьями мало что тоже видно. А вот и тропа к самой-самой вершине. Тут вершина почти такая плоская, просторная. Ну, можно сказать, что здесь уже такие лесотундры начались. Но все-таки высота 345 метров для широты почти полярного круга, это уже такие лесотундры. Триангуляционный знак. Все, достиг вершины. 12 часов 17 минут. Рекорды бью. Час 17 всего поднимался. Хотя обычно полтора часа это все занимает. Вот, можно осмотреться, с местными достопримечательностями познакомиться. Вот земляки мои отметились. Интересная технология веревочная. Так вот макушку, тверь вырезана буква Т, а остальное из веревок сделано. Так, что еще? Ну здесь вот как принято оставлять какое-то подношение. Много чего кто понаставлял. Так, а мне с собой оставить даже нечего. Так, что еще здесь есть? Вот это интересная конструкция. Кто-то палку такую присобачил. И там наверху что-то такое есть. Чего это такое? Послание небесам. Надо же, это, чтобы узнать, что это такое, сломать обязательно нужно. Сейчас попробую показать. Там какая-то банка прикручена. И там, наверное, что-нибудь в ней спрятано. Так, еще что? О, эти ребята, ярославские ребята, они основательно подготовились. Так, где я показываю? А, вон. Так, так. Это что? Это типа весло? Ярославль, 2016 год. А пониже? Во! Ярославль, 2019 год. Это уже домашняя заготовка. Специально сделали, дома и сюда притащили. А вообще-то все изрезано. Всякими надписями. Так, а вот здесь вот был когда-то такой сад камней и всяких деревянных фиговин. Живописный был. Ну вот примерно как вот эта вот фалка такая торчит в камнях.
Вот это все было так сделано. Так, а вот это местный почтовый ящик. О, там какие-то бигматы, сомы, и как это называют? Нет, рублей даже каких-то. Не знаю, какого года это все. Ну, не буду туда лезть, потому что все равно это сгнивает все. Так, где хоть? Вот так вот. Видно, вот тут вот написана надпись. Рублей 50. Это, наверное, старинная. Тут еще какие-то вот. Не знаю даже, какой страны. Пусть она здесь дальше стоит. Так. Потому что образуется обязательно конденсат на солнышке. Там все разогревается, потом, когда прохладно становится, конденсат образуется, и все это промокает. Потому что это долго не живет. 2-3 года, и уже ничего разобрать невозможно. Вот это вторая вершина Ивангары. Туда я пойду попозже. Тут нужно будет в ложбинку спуститься и потом туда подняться. Там тоже чего интересного много. А вот этот карьер на соседней горе. Это вид на юг. Такое впечатление, что его начали разрабатывать заново. Мне кажется, он был поменьше. Еще где-то постоянно звук машин доносится. Может, дорогу к нему обновляют. А еще дальше за ним там видно текшее озеро. Сейчас. Вот оно. До него отсюда километров 20. И вот так всю ночь. И сейчас что-то где-то гудит. Как будто какая-то тяжелая техника ездит. Вот справа это озеро, по-моему, Ирин озеро, через которое Подус протекает. И там внизу проходит дорога, которая через Подус доходит до моста, до порога собачьей на Винче. Может, по этой дороге сейчас что-то едет. Потому что туда часто туристов возят. Ладно, пойду покажу хорошую видовую смотровую площадку. Вот там главная вершина. Нужно повернуть на запад. И тут должна быть тропа. Она, правда, короткая. Кажется, вот она идет. Эта тропа пройдет метров, наверное, 50, может быть, 100. И потом она, ну как, иссякнет, растворится. А черника, голубика совсем зеленая. Да, рановато я сюда в этом году. Ну, невозможно есть. Так, вот эта тропа идет. Ладно. И вот тропа пошла куда-то вниз, она так исчезает. Кстати говоря, тут можно спуститься прямо к озерам Подуса. А тут нужно где-то повернуть направо, спуститься в маленькую низинку. Сейчас посмотрим, это она или нет. Так. В общем, так хорошей набитой тропы туда нет. Ну вот, я спустился, и здесь пошел такой вот скальник. Сейчас на него надо будет подняться. Вон туда. Так. Где тут залезть-то? Вот тут такая отличная видовая площадочка. Здесь можно смотреть куда угодно, и на Подус,
и на все Книжегубское и там дальше. Но это еще не все. Самое интересное, оно чуть дальше. По этому гребню можно пройти. Так, куда пройти-то? Ой, давненько я здесь не был. Да хоть и был, ни разу с первого раза не находил это место. Все какое-то оно таинственное, заколдованное. Так, а вот и он, тот самый родительский камень. Правда, тут что-то произошло. Вот елка поломанная. И вокруг как-то так все побитое, порубленное. Ну вот он, камушек стоит. Ждет желающих исполнить свою волю. А это из легенды о белом олене камень. Вот это общий вид на Книжегубское водохранилище. Сотни-сотни островов. И вокруг них каждого такой вот юбка получилась. Вообще-то в нормальную воду они смотрятся именно как зеленые острова на голубом фоне. Вот эта стоянка. Вот это самый островок в устье Пудоса. Вот он. Вот это посередине остров Рахка или Ракха. А чуть севернее я вчера там прятался от ветра. Ну, а там далеко-далеко. Это уже Кандалакшские хребты. Только я точно не могу сказать, какой из них какой. Вон там виднеется за туманными дымкой. Вот хребет какой-то. Еле-еле видно. Вон там хребет, или это облака? Нет, по-моему, Колвицкие тундры уже пошли. Вот, а там это Нот озера, острова Листяные, там где-то впадает ручей Лисий. Вот отсюда можно смс-ку послать или связаться с кем. Только почему-то не всегда ловят. Я помню, в прошлый раз где-то вот в этом месте была пучность. Появлялся мегафон. Родительский камень. Вот он. Нет, мегафон так и не появляется пока. Ладно, попробуем немножко полетать, посмотреть на окрестности. Так.
все, давай. Все, полетал, хватит. Ветер сильный, уносит его. Может, в другом месте поинтереснее, что будет поснимать. Так, отправляем мы СМС-ку. Мегафон есть. Показывает 4 черточки из 6, а отправлять не может. Ну давай. Все равно. О, вообще 6. Ну, такого не бывает. Такой мощный сигнал, а СМС не отправляется. Ну, блин, ну это уже наглость. Куда его еще? В каком месте ловить-то этот мегафон? То есть, когда сигнал сюда идет большой, а отсюда он не может поймать. Потому что эти вышки, они далеко здесь стоят, около дороги только. А вы знаете, что Иван-гора заповедная? Она входит в особо охраняемую природную территорию Ирин-гора. То есть это Ирин-гора, она вот тут соседняя. По-моему, входит еще гора Винча, гора Иван-гора и вот территория между ними. Это заповедник, а значит, здесь должен быть режим заповедный. То есть нельзя устраивать туристские стоянки, нельзя разжигать костры. Нельзя прокладывать тропы, нельзя ловить рыбу, нельзя собирать грибы, ягоды. Короче, ничего здесь нельзя. Все должно оставаться как есть. Так что, друзья, берегите Ивангору. Действительно, в ней есть что-то такое таинственное и заповедное. Thank you.